Итак, дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Приветствую вас на своем канале Вязание с Татьяной. И сегодня я хочу отснять отчетное видео по совместному проекту, в котором я участвую, а именно носочная коробочка. Носочная коробочка проходит с начала этого года, 2022, и проходит, будет длиться, вернее, длится этот проект до окончания этого года. До 31 декабря мы вяжем, естественно, носочки. Организатор данного проекта Екатерина Шурм, ее канал о вязании на YouTube. И Екатерина собрала рукодельниц в своем таком прекрасном проекте. Естественно, вяжем мы все, что касается одежды для наших ножек. Носочки, пинетки, гольфы, слитки. Все, что угодно, да, чтобы украсить и утеплить наши ноги. Сегодня у меня отчет за сентябрь месяц, за первый месяц осени. Ну, конечно, он у меня не настолько продуктивный, как, например, был август месяц. Но, тем не менее, есть что показать, что у меня связалось, пусть не в таком большом количестве, как оно бы мне хотелось. В носочной коробочке участвует много рукодельниц, и рукодельницы с большой буквы вяжут классные изделия. Посмотреть и ознакомиться, и поддержать девчонок можно, если перейдете под этим видео по ссылкам девчонки на профиле. Я хочу сразу сказать, что я вам буду показывать носочки, они у меня не стиранные. Вот я их вяжу, а руки постирать у меня никак не дойдут, к сожалению. Ну, все исправлю. Наберу, наверное, побольше носочков и все исправлю. Так, помощник у меня пришел. Я прошу прощения. Естественно, куда без них? Люпин, уходи. Люпин. Люпиша. Вот он. Куда без них? Прекрасно. Ну, будем, наверное, так в кадре. Вот такой мальчик у нас. Это котик сына у нас в гостях. Вот такой красавчик. Видите? Вот. Ну, естественно. Ему же все интересно. Котика мои дети подобрали. Ну, сын со своей девчонкой подобрали. Где-то с месяц назад. Вот. Помыли, очистили, да? Все манипуляции сделали. И теперь он живет с ними. Но пока у нас в гостях. Ну, так получилось. Итак, ну, пусть он лежит, да, но я надеюсь, он нам не помешает. Вот. Первое, то, что я хочу показать, это вот эти вот носки. Я их вязала, девочки, из остатков носочной пряжи. Это пряжа Нака Боха. Если я не ошибаюсь, цвет 82-442. Это специи. Вязала я и связывала свои остатки. У меня были когда-то связаны полноценные носочки. Вот, и остались остаточки. И я решила, естественно, пустить их в дело. Вот. Извязала прям в ноль остаточек. Вязала я от мыска. Вот так, такой мысочек у меня. На размер где-то 36 я вязала. Может быть, немножечко 37, но в основном на 36. Это мне для очередного презента, который я навязывала на семью. Вот это были вот последние для их дочки, для старшей. Вот, и это все пойдет у меня к ним. Так что я рада, что извязала остаточки, потому что остатков всегда много, ну, носочной пряжи особенно, их всегда. То я вяжу изделия из носочной пряжи, это в других видео я показывала. Вот, и, в общем-то, вот решила я связать вот эту пару. Вот такая вот парочка у меня связалась, носочков. И еще одни носочки я связала в сентябре. Остаточки вот у меня остались. Это пряжа Газал Happy Fit. Цвет 32-51. Это из первой коллекции. Я, конечно, старалась извязать полностью моток.
Но у меня он уже большой такой, и ну, сами носочки большие, и уже я не стала вязать гольфа, не захотела. Я вязала одновременно два носка, Газал Happy Fit. Это вот новинка прошлого сезона, да, я думаю, уже многие познакомились с этой пряжей. Если еще не познакомились, то, конечно, рекомендую. Итак, я вязала эти носки одновременно, сразу два носочка. Потому что я ни разу не пробовала такой метод, еще ни разу не вязала одновременно на двух. Ну, то есть одновременно два носка я не вязала. Мне, конечно же, понравилось так вязать. Я вязала от мыска также. От мысочка набрала и гнала, гнала, гнала. Вязала я на размер 38, где-то 39. Это у меня также будет в подарочек. Это уже для моей снохи носочки. Сыну будут также связаны из Газал Хэппи Фита. Вот. Но, наверное, немножко попозже. Я их только выбираю цвет. Там из новой коллекции у меня будет из Газал Хэппи Фит. Ну, в общем-то, вот такие 32. Очень пряжа мягенькая. Вязала обычным способом. Что на предыдущих носках, которые показала, что на этих пяточка бумеранг. Мне очень, ну, также они не стираны, как я и сказала. Ну и резинкой потом закрыла 2 на 2 обычные. Ряды я вот здесь уже не считала, так вот на глаз смотрела. Здесь считала, конечно же. Вот. Не стирала, как я и сказала, да, все постираю, все высушу на блокаторах, и будет у меня прям красиво-красиво все смотреться. Так что вот, вот такие вот у меня все, девочки. Связала я, получается, за сентябрь месяц две парочки. Вот две парочки у меня отправятся. Вряд ли они, конечно, у меня также доживут до окончания носочной коробочки. Не думала я, что я буду там на заказ вязать, там, да, отдавать их буду в подарки. Но вот так случилось, потому что утепляются, носочки они всегда нужны. И поэтому приходится. Пусть я вяжу, наверное, банальные носки, безо всяких узоров. Но я просто ограничена во времени, а вязать очень-очень хочется. Потому что нужно как-то разгружать себя морально, эмоционально. Вот. И поэтому я вяжу обычные носочки, но из такой красивой-красивой пряжи. Так что вот такая вот у меня еще связалась парочка. Они очень красивые. Люпинчик лежит. Его вообще ничего не беспокоит. Мы ему не мешаем, я надеюсь. Вот. Ну, в общем-то, и все. Больше мне показать нечего. И мы с вами уже встретимся в октябре месяце, когда я буду записывать видео за октябрь. Все, девочки, на этом заканчиваю свой ролик. Всем хорошего настроения. Не унывать. И побольше времени уделять на свое любимое хобби. И всем пока-пока.